братья Шумахеры! Братья! Добрый вечер, бойцовский клуб! Давайте! С вами братья Шумахеры! Друзья, здравствуйте! Мы находимся на пост-шоу передачи «Взважение это счастливее». И у нас в гостях победитель второго сезона шоу «Взважение это счастливее», человек, который сбросил целых 74 килограмма. Встречайте Евгений! Евгений, где вы? Евгений! Евгений, проходите, пожалуйста, садитесь. Отпустите меня, пожалуйста. Не, вы не волнуйтесь. Я не буду есть после 6, пожалуйста, отпустите. Шоу закончилось, я вы обещаю. Не волнуйтесь. Садитесь, мы хотим честное просто слово, поговорить, отпустите. Интервью взять. Отпустите меня, пожалуйста. Я вас очень прошу. Все в порядке, Евгений. Меня мама дома ждет, пожалуйста. Я понимаю. Боже мой. Евгений! Евгений! Что с вами? Слабость. Может, вам кофе? Можно. С молоком? С мясом. Кофе с мясом? Да. Так, может, лучше бутерброд? Два. Два с мясом? И три с салом, пожалуйста. И кофе? Нет, кофе не надо. Ага. Так, может, чай? Можно. С сахаром? С майонезом. Что с майонезом? Все с майонезом. И чай? И чай с майонезом. Хорошо, сейчас-то все принесут, а мы пока поговорим о проекте. Скажите, вот вам на проекте, только честно, вам там не хотелось кушать? Нет. Нет? Жрать хотелось, кушать нет. Понимаю, да. Евгений, насколько я знаю, тренеры должны были ограничивать ваше питание. Вот да. Что они сделали для начала? Для начала они выбили зубы. Вам? Всем! Боже мой, как-то так резко. Хорошо, давайте расскажите, с чего начинался ваш день? С пробежки. То есть вы бегали? Бегали. Ага, куда? Никуда, от кого? От кого? От собак. Каких собак? С быстрых, с огромной челюстью. Огромной? Да. Какого размера была челюсть? Сейчас. Ну, такого. Ага, понимаю. Единственное, я не понимаю, зачем вы от них бегали? Вес сбрасывали. Ну почему от собак? Ведь есть же тренажеры. Нет, тренажеры мы еще в первый день съели. Подождите, как съели? Мы съели тренажеры не вместе со штангой. А штангу-то зачем? Кто-то сказал, на ней есть блины. Ну. Кстати, об еде. Скажите, чем вас там кормили? На завтрак. Да. Укропом. На обед? Укропом. На ужин? Укропом. Вас что, кормили одним укропом? Не, были еще котлеты. Из чего? Из укропа. Скажите, но кто составил такое идиотское меню? Валя. Какая Валя? Наш диетолог. Диетолог Валя, понятно. Хорошо, допустим. Ну, а мясо вам давали? Давали. То есть мясо до вас доходило? Нет. Как нет? Вы же сказали, что давали. Да, давали, доходило, до нас нет. Подождите, я просто пытаюсь понять. Вот, кроме мяса, укропа, было какое-то основное блюдо? В смысле? Какое-нибудь блюдо дня. Да там вся еда была, одна сплошная блюдо дня, вы понимаете или нет? Ну, вы не волнуйтесь, рассказывайте. С товарищем во дворе. Да. Нашли какие-то грибы. Да. Грибы какие-то непонятного вкуса, непонятного цвета. Ну, на вкус и цвет товарища нет. Вы правы, товарища нет. Да.
Понимаю. Хорошо, давайте тогда не будем об этом, продолжим разговор. Давайте только не о еде, я вас прошу. Хорошо, не о еде, а вопрос совершенно нейтральный. Расскажите, как вы проводите свой отдых? Осень в Египте, зима на лыжах, весна в Греции. А как лето? Какая котлета? Где? Я спрошу, не говорите о еде, я вас очень прошу, не говорите, я хорошо. Не буду. Давайте что-нибудь такое. Скажите, где вы живете? В Одессе. О, замечательно. На какой улице? Мясоедовск. Боже, я спрошу, не говорите о еде. Понял. Давайте заканчивать. У меня к вам последний вопрос. Скажите, сколько вам лет? О, боже мой. 3. А что 3? 3 яйца. Причем здесь 3 яйца? Я спросил, сколько вам лет? 3 яйца в омлет! Я спросил, не говорите о еде! Боже мой! Евгений, подождите! Евгений, сейчас кофе принесу! Сейчас пропьешь! Евгений, ну стой! Стой, стой! Спасибо, друзья! Бойцовский клуб! Братья Шумахеры! Пока! Ваши аплодисменты, братья Шумахеры!